Здравствуйте, уважаемые читатели! Отдел краеведческой литературы Костанайской областной универсальной научной библиотеки имени Льва Николаевича Толстого продолжает цикл видеопрезентации книжной выставки «Кэтап Жене Каламгер» в рамках проекта по продвижению книги и чтения. Сегодня я хочу познакомить вас с известным казахстанским автором Зинаидой Чумаковой, издания которой представлены на книжной выставке. Зинаида Чумакова родилась 23 августа 1951 года на станции Кушмурун Семиозерного района Костанайской области. Говорят, биография писателя в его творчестве. И это действительно так. Русская по языку, чеченка по крови, интернационалист по убеждению, Зинаида Чумакова родилась и выросла на земле казахской, с которой неразрывным узлом связана вся ее личная и духовная жизнь. И посему это глубокое благодарственное чувство, которое исходит от сердца, разлито между строк в целом ряде стихотворений. За каждой строкой ее поэзии предстает образ женщины, зрелой и мудрой, с красивой душой и чистыми помыслами, невольно притягивающей к себе своим обаянием. Восхищает ее любовь к своей исторической родине, такая неистовая причастность ко всему, что происходит в стране. Зинаида Чумакова – это поэт с глубоким мироощущением, тонко чувствующий психологию человека, искусно владеющий формой стихосложения, имеющий пытливый ум, философское мышление. Ее стихи переведены на казахский, белорусский, украинский, польский, чешский языки. Многие из них положены на музыку и исполняются как эстрадные песни и городские романсы. Вашему вниманию я хочу представить книгу «Три вершины», подаренную Зинаидой Чумаковой нашей библиотеке на одной из поэтических встреч. В этом сборнике представлены лучшие ее стихотворения последних лет, раскрывающие многомерный талант художника, духовно зрелой и социально активной личности. «Три вершины» – это три точки, три отсчета, три мерила. В своеобразной лирико-исповедальной форме автор подводит читателя к извеченным нравственно-этическим вопросам, составляющим суть человеческого бытия, и в полный поэтический голос провозглашает свое философское кредо. Есть три вершины, главные от века, но их достичь не каждому дано, чтобы сохранить звание человека и то, что с ним под небом рождено. Стихотворения, вошедшие в настоящее издание, красноречиво подтверждают эти простые и вечные истины. Пусть они найдут свое продолжение в душе благодарного читателя. Отдел краеведческой литературы приглашает вас познакомиться с произведениями Зинаиды Чумаковой –